Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю проходить Anno 1800, последнее дополнение «Земля Львов». Надо, наверное, уже заканчивать квесты делать, а пора все-таки немножко развитием занять. Вот глянем на монастырь только. После посещения Кидуся Анитоник империи Китая, император решил навязать их религию Табариме. Церковь Лакарона была заменена на новый монастырь, навсегда подавляя последние признаки колонизации в Энбессе. Такой не понял, как мы Кидуси присоединили, они там же в итоге вроде как сопротивлялись этому делу, ну да ладно. Так, давайте все-таки похлебками займемся. Еще раз только я проверю, как там строится универ. Да, еще строится, и осталось 14 минут, хотя скоро будет готов. Отлично. Так, для похлебки мне нужны специи. Давайте глянем. Потому что тефы у нас дофига будет. Я уже там с помощью тракторов. Я ведь уже не собирают даже. Просто не хватает места тупо. Так, значит, давайте посмотрим, сколько нам... По-моему, две пряности точно. Две гавани для ловли омаров и две кухни. Вот так будет. Так, пряности у нас на каком острове? Здесь. Они требуют 15 пастухов, то есть 30 пастухов. У нас, собственно, этого всего хватает. Отлично. Давайте... ставить сразу. Когда-то нашей страной правили враждующие князья. Кстати, вот тут можно склад поставить. К счастью, императорки. Ваши люди. 2, 3, 4. Извините, что я женщину заткнул. Вообще не особо интересно. Значит, орошаемые поля, все-таки вот это то, что я построил. Значит, смотрите, я попробую. Кстати, тут надо немножко по-другому. А, тут... Блин, немножко это странно здесь делать. Это вот пустое место пока будет. Ну ладно. Так. Склад поставлю вот здесь. Так. Теперь ферма специй. Давайте сначала дорогу сделаем. Потому что тут, опять же повторю, вот так пока не сделаешь... По-другому не провести. Блин, все время забываю, что надо после сейва. Тут пока без тракторов. Не знаю, может в будущем я... О, тут немного, кстати. Требуется для ферм. Ну, все равно я, наверное, с этой стороны пока буду. Блин, хотя, может, влезет? Давайте попробуем. То есть я вот так... немножко по-другому надо дорогу провести. Если я вот так поставлю ферму, то на плодородном хватит ли 128 надо? Блин, чуть-чуть не хватает, да? Ну как чуть-чуть? 36? Да. Блин. Не, ладно. Может быть, более мелкие фермы найдутся. Раз, два, три, четыре. Которые, то есть, сюда влазит, считайте, 92 поля. Так, сделано. Специи тут пошли добываться. А, блин, я дорогу... А вот это... Вот это да. Черт. Так, как бы тут лучше тогда сделать? Не соединен склад.
Так, вот тут. Да, тут можно провести дорогу. Пока атакую. Вот так сделаем. Вот теперь норм. Работает. И добавим в маршрут. Тут Африка. Африка, индиго, молоко. Давайте теперь еще здесь будем специи загружать. Так, тут сделано. Теперь надо этот остров... Что для крабов? Не крабов, а омаров требуется. Для омаров 35 пастухов. То есть нам надо 70 пастухов. Деревня на 70 пастухов нужна. Как минимум. Не хватает рабочей силы. И где они добывают? Просто на море ставить? Да. Так, ну давайте я пока просто вот так поставлю чертежи. Так. Дороги. Где нам деревеньку? Надо где-то вот тут, наверное. Блин, вот эти камни немножко мешаются. Слегонца. Может, блин, здесь деревню организовать? Как-то далеко туда везти, правда. Да, ну вообще удобнее было бы там. Ладно, давайте дорогу туда проведу. Хорошо, тут не надо рядом дома на строить. На вашей фабрике произошел взрыв. Да вы достали. Вот так пока. Где? Да охренеть. Так, кстати, возможно, из-за отсутствия рядом пожарной... Пожарки. Кстати, давайте тут еще больницу на всякий случай поставим сразу. Вот, надо дорогу подвинуть. Ну, а полицейский участок, наверное, пока не нужен. Тут вроде высокий уровень счастья. Хранители старого мира. Так, какие еще тут здания можно? Так, ратуша у меня стоит. Плюс 7, плюс 2, плюс... Короче, плюс 11 счастья просто так. Везде откуда считаете. Плюс 36. Тут все такие довольные. До 1000 надо довести, так? Так. Так. Так, так, так. Так, так, так. Так, 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 так. Рынок. Наверное, здесь поставлю. Сколько мне надо зданий... Если я сюда еще молоко буду тащить, чтобы было 70 пастухов. А, кстати, давайте глянем. Хватает? Да, тут даже накапливается. Тут даже 3 молока дофига. Ну, пускай. Пускай возится. Я поставил... И в итоге тут сколько у нас жителей? 120. 3, 4, 5, 20. Значит, 20 домов с молоком. Это 120 жителей. А мне нужно 70. То есть с каждого дома у нас получается 6 жителей, да? То есть мне надо 12 домов поставить, и этого хватит. Можно 20, кстати, какая разница? Ставлю 20. Неважно. Давайте так. 4, 5 и здесь. Так, покупка у меня тут древесины стоит. Стал привлекательнее. Нет, давайте я покупку древесины тут тоже поставлю.
Наверное, на омаров сейчас не хватит. Да, 12 на одного пока. Ну, давайте один пока построю. Хотя бы. Так. Надо маршрут делать. И давайте сюда мы древесину привезем. Пока. Я много, кстати. Тут не влезет просто. На всех парах! Так. Сначала пускай немножко подобывается. И я запущу караванчик. То есть он сюда будет молоко возить, а забирать омаров. Ну, сейчас тут будет 50. А, тем более тут еще не хватает пока пастухов. Появится потребность в молоке. Козьим, да. Летим? Заодно... Ну, вот тут даже, видите, не все дерево выгрузилось. Курс задан. Вода никогда не бездействует. Мудрое изречение. Ну, я построю уже. Сейчас не будет хватать десятерых, но добываться все равно будут омары. Давайте глянем, как это выглядит. По легенде, здесь царица Шапская заплатила дань королю всех королей. Шапская царица, это, видимо, царица Савская. Так, и делаем... Грузовые станции. Блестящий. Давайте мы его... переименуем на... Не хватает рабочей силы. Бляскучи. Это по-белорусски, ребята. Щучинщина, щучинщина. Щучинщина, щучинщина, щучинщина. Так, значит, бляскучи у нас будет возить. Торговый маршрут. Сюда мы... Где он? Вот он. Отсюда. Омары. Так, ну, к сельскохозяйственной продукции относится, да, как ни странно. Они. Сюда. Выгружает и грузит молочко. Штучинщина. Три штуки, я так смотрю, хватает выше крыши. Все, поехал. Так, ну, ждем прибытия первой партии омаров. И... А, наверное, уже можно, кстати, мельницу Тефа ставить. Потому что явно специи должны быть уже. Да, 12. Так, мельницы Тефа две штуки нужно. Давайте подумаем, где их поставить. А что тут за восклицательный знак? Не хватает тележек. Апнем, ничего. Бывает. Так, ну давайте тут ставить, пока в районе... в районе действия... профсоюза. Так уже дофига тележек. Может еще, кстати, один склад тут организовать. Только надо где-то вот тут, например. Так. И еще одну. Нет. Мельницу. Тем, что у меня есть, мне не обойтись. Давайте тут поставлю. Готов. О! Как раз исследовательский институт. Следующий этап достроился. Завершить этап. И последний сейчас будет, очевидно. Или... А, все, я построил. Вау.
Я ачивку получил. Так. Спасибо. Исполнилась мечта всей моей жизни. Весь мир объединит свои усилия ради науки. Окей, что я теперь могу делать? Мы на пороге открытия. Я чувствую. И тут везде какие-то инженеры требуются. Пожертвовать предметы. О! Я хочу заботиться обо всех. Круто. Наконец-то я могу всякую лишнюю фигню. Ну хорошо, а что будут давать эти очки исследования? Так, это, я так понимаю, области исследования. Наука и культура. Развитие технологий. Давайте потихоньку вот. Ага, мне нужно сначала очки исследования нужны. Мы смело... Так, давайте, вот пожертвуем. Как раз самая фигня, 100 очков науки требует. Пожертвовал. Без пожертвований наш институт не добился. Ну и что он это закрывается полностью? Институт. Вот, 100 очков, так. Инвестировать. Что ж, уйдем с головой в культуру. И что дальше происходит? Что вам кажется наиболее достойным? Ну, предположим, давайте растения. И что? Ну и что? Блин. Что, и что произошло? Три растения каких-то идентифицировал. О, так тут еще вкладка ученых появилась. Слушайте, я могу кофе теперь производить чисто на этом острове, а не в Новом Свете. То же самое касается рома из картошки и угля и ткани. То есть и больше не нужен, получается. Так, а жилье ученого? А, это я теперь могу... Боже! Так, хорошо, как мне в жилье ученого... Завершите задание возвышения императора Китемы. Понятно. Видите, требуется, во-первых, 1500 старейшин. Кожаная обувь для ученых нужна будет. Наши склады вновь опустели. Мы надеемся на вашу щедрость. Прикол. Хорошо, а что я идентифицировал сейчас три каких-то этих? Что это произошло? Я не понимаю. Не хватает рабочей силы. Где и что это? Может, тут как-то в растениях смотреть? Нет. Хоть какое-нибудь описание бы, что ли, сделали. Сегодня здесь витает. Я, может, конечно, не идентифицируйте животных, артефакты и растения, чтобы затем использовать на культурных объектах. Что за фигня, не пойму. Хорошо, давайте попробуем научное открытие. Разрешение нужно всегда на расширение кампуса. Как иначе узнаешь, что модно, а что нет? Разрешение на строительство Great Eastern. Кстати, это вот тот, который у меня один бегает всего лишь. Разрешение... Ну, это самый лучший корабль, на самом деле. Разрешение на строительство улучшенного причала. Вы можете идентифицировать объект, которым владеете, чтобы выяснить, как разработать его в исследовательском институте. Прикол. И тут еще их и несколько, к тому же. Переместить нефтяной источник. Класс. Перемещать месторождение можно. Ну это, короче, все для удобства. Переместить нефтяной источник. У вас несколько этих бегает. В нескольких местах вы добываете нефть. Так вы можете их переместить все в одно место, чтобы просто в одном месте куча нефти добывалась и все. Изменить тип руды, изменить плодородность почвы. Производство кофе в Старом Свете. Ну, вообще, оно как бы и так доступно. Производство рома в Старом Свете, производство хлопка в Старом Свете. Мне оно почему-то уже тут доступно.
О. А, ноль, кстати, ноль. Видите, то есть я не могу это сделать. Это надо сначала исследовать, а потом поставить. Ну ладно, позже. Позже займемся. Значит, институт у нас есть. Минутку, я только так, сложу. Похлебки у нас тоже уже работают, я так понимаю. Ставим. Ой, слушайте, а что две я поставил? Вот, кстати, похлебки... Мне как раз одной достаточно. Не похлебки, а... вот этой мельницы Тефа мне одной достаточно. А вот эту, кухня вата, мне надо две ставить. Давайте, наверное, в каком-то другом месте. Ну, тут, кстати, тут куча места, смотрите, неплодородного. Вот куда-то сюда надо провести дорогу и тут организовывать. Так, сколько тут? 70 требуется, отлично. Хватает. Бульоне. Какой насыщенный запах. Сейчас их больше станет за счет того, что... Никто не устоит перед таким блюдом. Пойдет похлебка из морепродуктов. Сколько тут уже накопил? Лобстеров 16. И мука с пряной 18, отлично. Сейчас пойдет производство. Так, что теперь опять эти требуют? Сушеное мясо и чай из гибискуса. Ничего оригинального. Так, сушеное мясо 30, да? Я, кстати, его скоро начнет не хватать. А вот чай из гибискуса у нас дофига. Я его, кстати, не... Так, тут я разрешил, а этим нет. Давай, пускай тоже потребляют. Летим? Так, что у нас по квесту? Тут 2 тонны похлебки привезти. И этого дятла все до сих пор не могу найти. Так, тут какой-то квест появился, да? Мне нужна ваша помощь в просвещении наследника. О, престола. Производительность для... приходится так, так себе, конечно, квест. Тайно. Ну, давайте. Я на вас надеюсь. Что он хочет подберите. Ну, сейчас я тут как раз летаю рядышком. Без лишнего шума. Что ж, с этим мы определим. Спасибо. Блин, а где я подобрал? Боже, какое-то время голод нам не грозит. Блин, вот этой фигней подобрал. Это, кстати, не очень круто. Так, давайте я продам вот я эти вещи. Я вижу блеск в ваших глазах. Быть наблюдателем — большая ответственность. Надеюсь, не слишком большая для вас. Сейчас вернемся. Маневрируем. Заберем. Так, этого сюда привезем. Не, сначала заберем письмо с него. Сейчас, не сразу надо вести эту похлебку. Сначала пускай старейшины обожрутся ею, чтобы она начала накапливаться. Не то. Так, надо... а куда я письмо дел? Чествуют своего лидера. Проложите курс. Не понял, куда... Ну, короче, этот квест провален, я так смотрю. Окей. А жаль. Начинаем поворот. Возвращаемся. О, в Табариме праздник начался. Праздник Хитии. Уровень счастья плюс 10. Жители получают пышные наряды, керамику, глиняные трубки и фонари. Отлично. И производительность плюс 50 на глину, табак, древесину, очки. А, это дополнительные товары идут. Хлопок и стекло. Ну, такое. Я буду играть, Дева Видите, Марию, сейчас очки сами по себе появляются здесь. И глиняные трубки тоже.
Так, количество жителей увеличить. Следующими надо будет иллюстрированный текст создать, но пока... Может, там уже похлебка появилась, кстати, одна штука. Ну, подождем, когда накопится. Так, и здесь у нас... Да, уже 50 жителей. Скучтаун. Типа, скучный город. Или забрать уже как будет. Да, давайте. Тут после... Дальше надо по... Пути. По квестам идти. Да, я, блин, я хотел посмотреть, что тут у этого не купить можно. Так, зефиры занесли вас в Энбессу. Соливарню и гавань для ловли омаров. Производительность плюс 30, затраты на содержание. Ну, понимаете, я бы это все покупал и ставил, если бы на ратуши, на пристани и на профсоюзы не тратились очки влияния. Но у меня их мало. Ферма Санга. Видеть, что молодые утолили... Я это выращиваю вообще? Все удалось, не помню. Я полагаю. Как любезно. О, боже, специи? Нет, у меня от них внутри будет как на шестом кругу. Очевидно, имеется в виду шестой круг ада. Говорят, сэр Данте не может исследовать земли, на которые заявляет права. Принесем ему кусочек Энбессы. Звучит по-питерски. Принесем ему кусочек Энбессы. Так, торговый пост Кидусе Анитоне надо сфоткать. А, это не то разве? Странно. Во, ну... Так, маяк Ангиреба. Ученые мужи умны, но с опаской относятся к новшествам. Не испугайте их камерой. Очень умные, не испугайте их камерой. И торговый пост Вахадеше. Ангиреб, за этими неприступными стенами скрыта красота. И даже... Чем медленнее говоришь, тем пафоснее звучит. Ну и тем скучнее, по-моему. Хотя, кто бы говорил, я как раз медленно говорю. Времена были суровые, но мы с матерью заботились друг о друге. Стали литейный завод? У себя, что ли? А, это типа, чтобы он показал этим ребятам, какие у нас штуки есть крутые. Ему не нужно знать о различиях между народами Энбессы. Единство нас сплотит. Китема не хочет, чтобы Арчибальд узнавал... Образ личи. Красиво, разумеется, но я не на экскурсию приехал. Королева надеется, что Энбесса уступит и станет одним из наших промышленных центров. Нафига им промышленный центр в Африке? Получить одобрение Ирения – это достижение. И один из столпов для будущей столицы. Я старался ради империи ее величества, а не Кетемы. Черт возьми, почему меня не предупредили? Какая-то... На вашей фабрике произошел взрыв. Какая-то странная немножко... Конфликт какой-то странный немножко, да? Ай, ладно, я этим... Севером? Вот мне, сэр, кстати, север не нравится. Один. Без союзников. Я уже говорил, да, Ванно 1800? Он какой-то странный. Ему нужно это увидеть, чтобы переговоры могли возобновиться. Ну, я не знаю. Дальнейшее расширение нет.
Это неприемлемо. Ее величество ценит верность и вознаграждает ее. Как вот интересно, как вообще вот это возможно выполнить? То есть у меня сейчас уровень счастья 41, а мне надо, чтобы вот это, чтобы уровень счастья был 5 или ниже. Я даже если, я не знаю, то есть, наверное, если убрать всех из ратуши этих ребят и запретить все вот это вот все, что на счастье, то, наверное, даже не будет. Давайте даже просто ради интереса посмотрим. Да, видите, тут я если даже все уберу, видите, роскошь плюс 25. У меня будет плюс 5 от новостей и плюс 5 от загрязнения. Даже если я новости, то есть мне если только новости сделать, но я не хочу, пускай вот это, я, конечно, пускай вот это пройдет. Старейшина на уровне 800. Так, как тут потребление? Пока всего хватает. Вот это давайте сделаем. Пока тут идет время. Значит, иллюстрированный текст. Я так понимаю, что вот тут придется ставить. А, нет, не тут. Ну вот, бумажную мастерскую, да, придется бумажную. Единственное, что, видите, мне древесину надо сюда возить. Ну, надо уже делать тогда из старого света очки и древесину, очевидно. Причем это лучше, наверное, из мыса Трелони как раз. Ну, у меня тут есть грузовое судно. Давайте поменяем ему раскраску. Что-то я тут произвожу. Это для... Ну, тут просто есть несколько, видите, фермеров, рабочих. Так, давайте посмотрим, сколько мне нужно дерева. Только не здесь. Вот тут надо смотреть. Значит, на одну фабрику. Ну, одну хижину лесорубу, похоже. И дерево возить сюда, и все. Ну, я заодно еще очки начну возить. Так, а тут совершенно случайно уже сейчас где-нибудь дерево не добывается. Так, это доски. Ну, доски я сюда привожу. Нет, дерево тут нигде не делается. Ладно. Давайте поставим. Где-нибудь... Тут. Сейчас подождем, что когда он начнет добываться. Я мог бы на самом деле просто покупку поставить дерево, но. Давайте глянем, кстати, может, тут где-нибудь продают дерево, я бы просто купил. О, шагнуть в неизвестность. Например. Так, давайте пока просто ручками сейчас первый привезем партию. Так, товары. Где у нас тут отчетчи? О, что-то у нас их маловато. Все потребляется. Неплохо, скажу вам. Тебе не хватает отчетч. Тогда я не буду очки возить. За краном. Нафиг. Они там только счастье дают, а тут они именно на... Ну, на количество влияют. Это мне тут важнее. Кстати, может мне увеличить производство очков? Давайте глянем, что мне вообще возит очки. Кто? Так, Арктика... Ну тут я, видите, как сортировал, просто ставил какой-то значок раньше, чтобы было понятно, откуда что будет. Вот это вот все на звездочку, это все, что в Трелоне возится. Вот очки. Очков? Ага, значит, смотрите, если оно исхлябивается, может в хлябе сейчас их немерено? Может мне наоборот маршрут делать из хляби тогда на дерево и очки заодно? Да, тут не успевают вывозить очки. Хорошо, а дерево тут есть? Ой, дерево тут не имею. Вот мне откуда надо. Ладно, сейчас я руками просто пока привезу из Трелони, а потом надо сделать, чтобы... Не туда перешел.
А потом надо будет сделать, чтобы... Тут я просто сейчас куплю дерево. Потом надо будет сделать, чтобы уже возили на маршруте из Хляби. Потому что, видите, у меня один корабль возит 300 очков, а там уже 542 скопилось. На самом деле, мне бы по-хорошему там еще один корабль добавить просто. Возить. Тысяча фонарей. О, может тут какие-нибудь эти пятачок песка. Молодой. Какие тут у нас есть улучшения? Укрытие, декоративная постройка. Не, это на 4 клетки. Это что? Сарайчик. Бочки. Колодец. Просто так. Они ничего не дают, на самом деле, ничего не добавляют, просто интересно, как оно выглядит. А тут кустики. Посадим. О, тут праздник вовсю идет. Давайте на слона вблизи посмотрим. Пускай нас затопчет. Нет, на меня слон идет. Нет. Ух ты, о, господи. Вау. Мы даже не просто слабые, мы смотрели, побывали внутри слона. Это контент, да? Вот это вообще. Он аэростат виден. Красота. Если бы так в реальности было, на самом деле. Конечно, это все настолько прилизано. Если, вот если бы они сделали... Это дополнение о том, как белые колонисты высасывали всю кровь из Африки в 19 веке. А так они какую-то, знаете, сделали, как будто все наравне такое было. Конечно, это все такая неправда. Что-то скупаем тут дерево. У нас гость, как же чудесно. Так, сколько тут влезет? 100, 200, 300. И плывем в Энбессу. Блин, мне этого дерева вообще выше крыши хватит. На самом деле. Так, давайте это все отремонтируем. Ну, блин, досок не хватает. Ну и хрен с ними. Какие-нибудь квестики тут имеются? Вот это что? Опять вот звездочка, да, которую я не вижу. Но вот это не квест, это просто прочитать. Тека слепой, кажется, пишет. Ну, это я прочитал все. А вот звездочка где-то вот тут, типа, она как будто... Вот это, мне кажется, вот это вот... багнулся квест, потому что я его вроде как завершил. На самом деле. Отправляемся. Так, поехали. Что-нибудь купим. У этого парня, может, что интересное появилось. Так, это он покупает. Дикая собака. Число орошаемых полей. Ну, вообще, как бы, просто плюс 20, даже не плюс 20%, а плюс 20. Мне кажется, это маловато. Производительность для бумажной мастерской и речного глиняного карьера. Кстати, вот это прикольно, если бы они где-нибудь... У меня, по-моему, они рядом не стоят. То есть у меня не получится, например, поставить этот... Блин, может этот профсоюз подвинуть, и он бы на бумажную мастерскую влиял, я бы сюда эту штуку поставил, кстати.
вот сюда подвину. Блин, тогда он мало будет захватывать. Ладно, давайте глянем на производство и хватает ли мне. Так. А вообще сейчас... Вообще сейчас фигово смотреть, потому что идет праздник. Он немножко... Он немножко меняет эти цифры. Так, этот у меня, по-моему, есть в музее. О, пока я доплыл, кстати, поменялось все. Пока долетел, точнее. Сушильня не нужна. Нет. Ну, вот эта карта... Это, вот эти карты, они самые фиговые, ведь они редкие. Надо легендарные либо эпические покупать. Жираф. Слушайте, а был ли у меня жираф? Ладно, давайте куплю. Зерновые фермы, ткацкая мастерская. Ганч, минус 60% пожара, нафиг надо. Влияет на иллюстратора. Блин, производительность выше, но и требуются рабочие силы больше. Не, это я не хочу. Давайте только жирафа купим. Ну, это я, мы решили, что не очень. Финка я уже покупал. Карта тоже фигня. А верблюда? Не помню, кстати. Ладно, пока не буду. Тоже карта фигня. О! А вот это я бы взял. Иллюстратор не на реке находится? Да, давайте. Это крутая штука. Отвозим домой. На всех парах! Кстати, как у нас тут с нефтью? Я так понимаю, немерено нефти, да? Ну и вообще, по товарам я смотрю... Ну, рубашки так плюс, потому что праздник идет. Я вот смотрю, что сушеного мяса начинает не хватать. Нас почтил присутствием мастер. Керамика, ковры, все, зашибись. Ага, вот похлебка, кстати, не особо быстро накапливается. Хлебки надо будет больше в будущем, очевидно, полет делать. Нормальный. Так, выгружаем. Сейчас хочу посмотреть, сколько иллюстратор места будет занимать. Ну, нам достаточно одного, кстати, поставить. А, мне надо фермы индигофер побольше. Мне будет сейчас не хватать индиго. Да, видите, я смогу его тут бахнуть. То есть в ратушу я смогу вот эту фигню добавить. Тоже на элю. Блин, вот это лишнее я покупал. А, слушайте, они обе могут работать, интересно? Кстати, они обе могут работать. Неужели обе будут? Что у меня будет? Корабль плюс 75%. Это у меня дерево везут, да? Да. Так, индигоферы надо засеять. Это у меня индигоферы, чем да? Могу помочь? Да. Не хватает рабочей силы. Так, тут я хочу немножко по-другому подвинуть на одну клетку, поэтому давайте удалим. Дальше вот это тоже удаляем. Душа поет, когда я слышу столько голосов, вижу столько цветов. Это энбесса моей мечты, единая и сильная. Ну хорошо, и что?
преданность короне должна быть для вас превыше всего. Класс. Конечно, у тебя задание было. Вот в прошлых частях он как-то подобрее был. Бунт. Чё это? А чё ему тут не нравилось? Ну ладно, фиг с ними. Пускай бунтуют. У наших границ сгущаются тучи. Хотя я устал от войн, безопасность народа важнее всего. Ну, я не знаю даже. Видите, он готовится к войне. Если так в Энбесе встречают гостей, доставьте мне пушки, и я вас щедро вознагражу. Ну, блин, я, честно говоря, не хочу этому императору помогать. Но я так понимаю, что если мы этим будем помогать, то тоже как-то не особо. Фиг знает. Так, я бы даже две, наверное, еще. То есть, а, вот, уже начинает пастухов не хватать. Так. Давайте чуть побольше. Так, а сколько тут требуется работников на этой? 20. То есть мне надо 30, чтобы было 6. То есть 5. Еще 5. Еще 5 домиков. Так, и еще одну ферму. Оно сейчас увеличится, это пока нехватка. Мне кажется, вот такой шаблон лучше всего получать. То есть вы делаете такой квадрат из орошаемых земель, с одной стороны склад и с другой. Ну, пока у меня так, мне так кажется, пока. Можете меня в комментах поправить, конечно же. Так, подожду, пока тут станет. Еще раз, сколько 20 пастухов требуется? Там я вожу. Так, привез я дерево сюда? Есть. Даже еще не все могу высыпать. Ставим бумажную мастерскую. Так, дорогу. И так, дорогу. Чтобы вы молодец. И с этого склада, и с этого забирали. Так, пока надо немного бумаги поднаделать. Да и плюс индигоферы привезти. Потом поставим печатный пресс. Так, как тут потребление... Вот знаете, что непонятно? Когда ты сюда привозишь... Понимаете, тут минус один. Просто потому что тут не производится ничего. Но я же привожу сюда их. И вот мне реально непонятно, хватает ли. Понимаете? Ладно. Плюс 10. Ну, наверное, можно уже ферму ставить. Красивые поля, индигоферы и специй. Так, что у нас тут с бумажной мастерской? Я не смогу работать без материалов. Давайте даже и этот еще склад апнем. Ну что, ставим иллюстратора. Глянем, влияют ли оба. Да, реально, 35% и 40%. Да, тут, конечно, сейчас будет книжек немерено делаться.
Ну что, пушки привезем? Не хватает рабочей силы. Я не знаю, на кому мне помогать. Что туда одинаково, да? 10 тонн оружия. Так, мне тут два аэростата точно не нужны. Новый заказ? Только Господь может творить из ничего. Так, не хватает пока бумаги, да? Ну, тут, в принципе, у меня написано, что 15 секунд делается. Поэтому даже с таким ускорением на 35% и на 40% вот этой одной должно хватать. У меня там бумаги должно быть немерено. То есть у меня тут будет 175%. У меня, считайте, практически две хижины иллюстратора стоит. Ну, между полторы и двумя. Вот так. Грузовой корабль готов. Так. Мне 10 пушек надо. Давайте глянем, есть ли мне тут кого-нибудь отправить. Нет. Ну, есть грузовые суда. О. Вот они тут стоят. Сюда давайте. Угольщик готов. Ветерок 2 и Южный Крест 2. Так, я хотел отсюда начать очки возить. Еще раз проверим. Да. Это вот снижение, потому что приехал. Слушайте, может все-таки добавить корабль, чтобы он в Трелоне возил? Давайте так и сделаем. Вот ветерок 2. Возьмем вот на этот маршрут. Добавим ветерок 2. Потому что реально очков немерено. И мне не особо они нужны именно в НБСе. Я бы их хотел возить в Трелоне. О, что за новые здания разблокированы? Это, наверное, в НБСе, потому что 1000 достиг я жителей. Да, монастырь. Ну, можно сразу построить. Это, опять же, на счастье он тут. В церкви было столько людей, даже в дверях толпились. Ну, и тут фонари, они пока даются просто потому, что из-за праздника. Но они скоро закончатся все равно. Так, монастырь давайте тут поставим. И хочу проверить, сколько у нас этих фонарей. А, ноль. Окончено. Ноль, кстати. А, они типа обеспечиваются. Наши сейчас обеспечиваются. Жители получают пышные наряды, керамику, глиняные трубки и фонари. Просто так. Как бы, поэтому они сейчас тут накапливаются. Корабль вернулся. Но закончится... закончится... Полету готов. Праздник и все. Так, я хочу пушки собрать. Курс проложен. Да, 1200. Блин, что с универом делать? Не знаю, может, давайте запустим. Я один из ученых. Вот эту. А, так слушайте, нафига мне тогда тут собирание дерева? Мне тут уже не надо. Отлично. Это можно удалить. Мы на пороге открытия. Какие у нас тут спасут? Так, во-первых, как мне ученых сделать?
А, 1500 старейшин. Ладно, к этому мы идем. Давайте попробуем местное кофе производить. Значит, для этого мне надо, очевидно, методы производства. Вот, 5000 очков науки. Так. Значит, заходим сюда. Жертвуем. Двоюродный брат Кита. Слушайте, а кстати, а тут вообще все со всех, между прочим, тут со всех островов, потому что двоюродный брат Китемы, он не здесь находится. А, давайте эти персональные вещи не будем. Ящик со спиртным. Бессмысленно. Так, персональный. Чайку. Формовщика. Не хватает рабочей силы. Ткачиху. А давайте по-другому, с этой стороны. Вместо того, чтобы это все продавать, видите? И тем более, видите, я не включил, что используется, поэтому эти точно все не используются. Котика в науку. Ну, я не буду его использовать, это птичий. Вы в НБСе находится, тем не менее, видите, могу пожертвовать. Не, страуса оставим пока. Ага, все, пока так. Это нам очень даже пригодится. Это тоже пока оставим. Реликвия Тули, по-моему, у меня собраны. А что это оно превышает? А, я только Так, то есть мне надо, видимо, здание ученых, чтобы этот предел исследования был повышен. Вот оно что. То есть 5000 я такими пожертвованиями никак не могу набрать в данном случае. Ой, я могу... Ой, так круто, кстати. То есть я могу недостающие предмет... А, ну тут... Да. Тут все низкого уровня. Ну, наверное, пока. Пока мы будем... создавать. То есть это все обычного уровня. Видите, обычные. Почему-то две редких есть и одна... А-а-а! Вот это я открыл. Все, я теперь допер. Для чего нужны... То есть... Вот это... Идентифицировать объекты. Вот эти я три объекта открыл. И могу их теперь там создавать. Понял. Зверь. Ну, растение. Давайте... Мне больше интересно, как будет в универе создавать животных. Давайте артефакты идентифицируем. Так, дальше. То есть обычные предметы сразу готовы, а все остальное надо идентифицировать. И каждый раз все больше. Видите, 250 уже. Уже 300. То есть каждая идентификация на 50 очков больше. О! У меня накапливаются очки исследования откуда-то. Что-то они постоянно накапливаются. А за счет чего? За счет старейшин. Странно. Вообще, интересно, а как повышать... А, повышение лимита за каждые 500 ученых лимит повышается. Круто. Вот самое главное мы, в общем-то, раскрыли. Так. Нет, не в НБС у меня, мне... Старый свет. Я более чем довольна. Готовы. Соберем здесь пушечки. Ну, он хочет там... Давайте 50 возьмем, ладно.
И не знаю, чё-чё давайте привезем. Так, какие-нибудь тут у нас еще квесты есть? Опять этот с своим чаем. Утомительный до невозможности. То есть, пока я, очевидно, вот этот квест не выполню на дятла. Как мне этого дятла достать? Так, куда я тут везти? Вот сюда. Пути! А этот что хочет? Витатхуни, принц должен быть справедлив. На все воля бога. Че он... Обдумайте ситуацию, которую писал Китема. Два человека ждут судебного заседания. Истец – богатый торговец, который утверждает, что его работник подделал записи, чтобы украсть деньги. Ответчик – тот самый работник. Он клянется, что не делал ничего подобного и может показать документы, из которых видно, что никакой кражи не произошло. Ну, если он может доказать, то, очевидно, работник, то есть это такой странный вопрос. Работник умоляет изменить решение, утверждает, что записи невозможно подделать, так как хозяин каждый вечер проверяет их перед уходом. Похоже, в перерыве к вам подходит торговец. Приветствую, наместник. Всем ясно, что правда на моей стороне, но я уже потратил на это разбирательство больше денег, чем стоило бы. Быть может, мы сумеем достичь какой-нибудь договоренности? Но это не аргументы. То есть, если он не мог подделать, то очевидно... Так, как тут у нас жители? Да, видите, уже не хватает фонарей, потому что закончился праздник. Ну, последнее. В общем-то. Удалось, я полагаю. Правда, еще и глиняные трубки надо сделать. Правильно. Честность. Не просто добиться, чтобы наш моральный компас... Ну, не знаю, мне тут счастье просто надо завались. Постоянно проверять. Стоят ли мне эти трубки? А еще они? Ну, я явно глина... А, и табак. И табак. Хорошо, а фонари из чего? Вот. Пчелиный воск. Хлопок нужен и стекло. Да, вот это, конечно, интересная задачка. Это интересно. Ну и, собственно, у меня тогда будет 1500 Пакт старейшин. О нападении не действует. Давайте возобновим. Да, просто прекрасно. Да, слушайте, ну это сложновато. Вот этот хлопок. Корабль вернулся в порт. Летим? Хлопок вести нелегко. Он мне вообще копится, интересно. Это вообще из нового света надо будет возить. Так, у меня центр по производству хлопка, по-моему, вот здесь, да. Давайте смотреть. О, немерено. Отлично, хорошо. В общем, много требуется. Я бы, знаете, сказал, я бы сказал, что все-таки цепочки производственные здесь довольно легкие в этом дополнении. Не скажу, что прям сложно-сложно. Так, минута. Здесь 30 секунд, 30 секунд. Стекла у меня, наверное, тоже дофига. Минута. Ну, я не знаю, сколько мне надо, наверное. Так, давайте может, тут квест выполним. Чай? Ладно, поможем Китеме, но это, конечно, немножко бредово. Так, 20 досок. И 15... кирпичей. Курс проложен. Мне кажется, сейчас какой-нибудь флот королевы приплывет, придется с ним драться. Ну, мягко говоря, тоже эти тут живут, да, типа империя. А тут приплывает чувак,
типа из Англии, и требует стать вассалом. Ну, немножко странно, вам не кажется? Безрадостный подарок. Подождите. Но они нам понадобятся. Я все еще надеюсь, что Табариму не пригодятся эти звери. Так, давайте вернемся. Не хотел бы обвинять вас в измене. Ну, не обвиняй. На долю имбессов выпало достаточно страданий. Должен же быть другой путь. Компромисс. Переговоры. Ну да, где? Почему это, этого не было? Я полностью согласен. Даю сэру Блейку последний шанс. Доставьте ему подарок. Думаю, смысл будет понятен. Так, тут я хотел посмотреть вот эти восклицательные знаки. Что-то новое появилось, да? Военная академия. Дворцовый исследовательский институт. Ага. Это все, да? Ничего больше интересного нету. Маневрируем. Осталось письмо отвезти чуваку. О, ёжик. Карликовый еж. Круто. Изготовитель светильников плюс 30%. Так. Значит, давайте вот этого парня, Рэйчел, мы направим привозить, значит, в Африку. Создать маршрут торговый. А, слушайте, я там, кстати, без названия создал Африка. Дерево и очки назовем так. Блин, а как корабль-то берегитесь назывался? Пчелы в Инбесе, друж. И он, значит, из Старого Света. Вот отсюда везет 50 дерева и 50 очков. Даже 50 дофига. Ладно, пускай возит. Он долго это будет делать, в принципе. Так, принять. Корабль, забыл, как называется. Рэйчел. Так, где у нас тут Африка? Рэйчел, поехали. Так, и тут у нас были без названия. Вот, вот это. Африка. Омары и молоко. Так, еще один нужен для привоза. Хотя, где я буду пчел разводить? Здесь. На новую ступень. Для привоза хлопка. Грузовой корабль готов. Так, улей. А, еще и стекло надо. Блин, так, в этом маршруте мне еще надо стекло возить. Стекла должно быть немерено, кстати. Угу, стекло. Ладно, будет пускай СТ. Так, значит, этот маршрут стекло возит, и один маршрут мне нужен для хлопка. Детема решил продемонстрировать... Ясно, как мило.
заберите их. Чем дальше они отсюда, тем лучше. Перезревшие фрукты забрать. Фруктов, присланных из стар... Если этот царь ведет себя как капризное дитя, я устрою ему выволочку. Я не знаю, чем они... Ну, типа... Ну, вы же понимаете, что дипломаты так себя не ведут, конечно. И в 19 веке не вели. Но... здесь все утрировано, как я говорил в прошлых сериях. Так, газету надо опубликовать. Да, конечно, газета реже стала появляться, слава богу. Так. Значит... Есть. Осталось величавый. Давайте величавый будет возить в Африку. Африка. На вашей фабрике хлопок. Произошел взрыв. Выбираем величавого. Вспыхнул пожар. Да боже, что там все взрывается. Из нового света. Отсюда загружаем хлопок, опять дофига, и выгружаем фрукты, и в Табариме. Все. Ладно, поблагодарите его. Беднякам нужна еда. Я не выйду из дома, пока в городе свирепствует болезнь. Боже, на этом острове что-то... Не очень все. Так, а тут что, болезнь началась или где? Я не знал. Это случайность. Я бы никогда не опустился до такого коварства. Началась болезнь из-за его фруктов. Молодец. Намеренно? Я в это не верю. Хотя люди Старого Света уже не в первый раз приносят с собой болезнь. И раньше были случаи. Тварина какая, да? Слушайте, может уже экспедиции какие-нибудь пойти выполнять? Такие случаи уже бывали. Это не оплошность. Это спланированное убийство. Угольщик готов. Что, мы Арчибальда Блейка будем мочить теперь? Так, надо пчелами заняться. Нужно что-то значит, сделать, чтобы навсегда надо... избавить от этого паразита и имбесу, и всех нас. Вода. Ну, конечно. Так, 30, я должен добраться до каналов до рассвета. Да, собственно, один... Без воды земля пересохнет, и Арчибальду придется убраться во свояси. Этот город... Одну пчельню гений. Хватит. На самом деле, только мне надо больше жителей. Еще 5 домиков надо. Так, а пчельню я могу в любом месте ставить? А, требуется орошенная почва. Так, давайте глянем, что тут ей... как она выглядит вообще, что тут требуется... А, это как пасека, ясно. Ясно. Ясно, понятно. Так, тогда... Раз, два, три, четыре... Может, здесь пока поставить лучше ее? Нет, поставлю здесь, потому что здесь меньше... Как это сказать? Меньше нагрузка на этот склад пока. Интересно, а здесь трактора... Ну, тут как было бы странно, если бы тут можно было тракторы добавить к этому. Сейчас глянем, кстати. Серьезно, тракторы можно добавить на ульи? Интересно, что они тут делать будут? Типа, цветы выращивать с ними лучше? Не понимаю я немного. Так, и надо добавить маршрут африканский.
Где он тут у меня? Сюда еще и пчел. Улей возить, как его? Так, где тут? Вот. Отличненько. Ну же, Дага, пошевеливайся. Ну, в общем-то, ждем хлопок. Стекло, я думаю, даже раньше приедет. Так, что у нас по квесту? Минуя патрули, доставьте в пункт назначения Беньямина. Так, где он вообще тут? Полет нормальный. Так, а куда мне надо? Сюда, видимо. А где патрули? Так, ну поплыли. Пути. Так, я патрулей пока не вижу что-то. Же не патрули, нет, это бенты. Плавает. А, вот патрули. Так, я понял. Курс проложен. Как вообще могут моему аэростату помешать патрули из кораблей? Интересно. Просто. Я чисто спросить. Конечно, никак. Но они заметят аэростат и поймут, что там летит шпион. Так, сейчас я так понимаю, тут сейчас будет все разрушено. Я никому не желаю зла. Нужно найти насосы. Наш план прост и безобиден. Никто не пострадает. Наблюдайте за Беньямином, пока тот саботирует работу. Я не позволю разлучать семьи из-за чьей-то алчности. Я обязан это делать? Такой легкий... Этот... Вуайеризм. Сейчас он как тут все порушит. Какой экшен. Так, ну. Хренаси. Он не справляется без нашей помощи, но утверждает, что мы нуждаемся в нем. Нет, он нам не нужен. Все приносят пользу. Так, обязательно пафосные речи толкать. Так, где следующий насос? Вот это что ли? С нас его гордыни и высокомерие. Так в НПСе встречают гостей огнем и сталью. Нужно схватить его и подготовить к экстрадиции. Его нельзя никуда увозить. Биньям подданные НПСы, и судить его будут у нас. Даже король не может идти против воли империи. Боюсь, дальше наш разговор пойдет о войне. Да, отличная дипломатия вообще. Я надеялся, добрый совет принесет нам мир. 6 военных кораблей. Не получил ни того, ни другого. Что ж, так, ну один есть. Барабаны войны. О, и тут еще как раз 5. О, даже больше. Ну, я вот всех их отправлю. Хорошо, что я экспедиции не отправил еще. О, это надо сбросить. Хлебушек. Может, кстати, их еще и великими людьми всякими вооружить. Нет места, ладно, я просто сброшу тогда. Просто сброшу. Так. На корабль у нас тут. Прочность.
и активное лечение. Ставим. Ставим. Ставим, ставим. Поехал в НБСу. Дальше. Против самой королевы будем драться, представляете? Хлебушек валяется. Так. Урон парусник. Не знаю, я просто по очереди ставлю. Прочность. Вот это... Пришла такая и все. Нет, неинтересно. Так, точность. И самостоятельный ремонт. Мы оба достигли целей. В НБСу поехали. На место! Так, это уже три корабля, да? 4, 5, 6... Ну, я 7 отправлю. Пускай все будут... Вот этот не надо ставить, потому что иначе он стрелять не будет. Двойной стальной корпус. Это для торговых кораблей. В НБСу. Крейсер готов. Так, сюда можно разместить. Меньше урона, зато автоматическое... У меня, правда, есть активное, по-моему... Да, тут есть активное лечение, нафиг надо. Этого чувака, значит. На место! Так. Этого, этого... Да, у меня, конечно, тут великих людей уже за все время игры накопилось. Ничего не могу сказать. Ну, к войне готов. Давайте глянем, как у нас там. В НБСе много верований, но вера лишь одна. У нас тут... Накапливает. Так, этого можно обратно возвращать. В время люди ищут утешение у своих правителей и у Бога. Вам понадобится другая древесина. Возможно, с вашей родины. Если зачем ты мне это рассказываешь? Я и так уже все произвожу. Раньше я хорошо знал эти стихи. Каждый день изучал их в часовне Вага, моего отца. Так, у нас тут, кстати, с потребностями вроде все удовлетворяется. Так, фонари, смотрим. Воск уже есть. Хлопок. А откуда у нас тут хлопок? Тоже уже есть, как ни странно. Но это, наверное, все-таки не привезенный еще. Так, а стекло? И стекло есть. Хм. Ну это как-то мало, это не, я не столько привозил я. Ну давайте поставим, господи, пускай уже делается тогда. Так, значит, нам надо один свечник и одну изготовитель светильников. Давайте так сделаем. В каком месте? Тут, наверное, поставлю, нет. Вот тут поставлю. Так. И так. Сначала свечник, пускай свечки поделает. А потом уже, когда будет пару свечей, тогда и изготовители светильников. Готов! Организуем. А как у нас там военные корабли? Линейный крейсер. Так уже, наверное, все почти прибыли, получается, да?
Ща все будут. Тем не менее, все еще непонятно, где дядя. А, слушайте, у нас там уже очки насобирались в университете. Они там вообще быстро собираются, надо... Сегодня здесь витают весьма интересно. Использовать постоянно. Корабль вернулся в порт. О! Все. Давайте смотреть. Это исследователь. То есть разработка объектов, я так понимаю. Во, видите уже сколько. Дятла среди них все еще нету, да? Так, первый линейный крейсер приехал. Подождите, а где остальные крейсеры? А, они только сейчас плывут. Вон. Так, тут какой-то квестик висит. Мне что, делать все самой? Да, праздник. Он будет судить нас по поступкам нашим. Ну, я, наверное, краски индиго... Ой, этого... Индиго у меня не будет, ей 60 тонн, так что, пожалуй... Можно, наверное, сразу же отменять. Есть. Так, давайте собирать флот где-то вот в одном месте. Вот тут, например. Я имею в виду грузовые военный. Станции. Этот праздник — время радости, семьи, подарков. Ну... Истратили всю краску забавой ради, хотя могли пустить ее на благое дело. Чего еще ждать от Мениго? Индиго и бумага. Вот королевская печать. Наверное, и это я тоже не выполню. Так, ладно. Есть уже свечки, поехали светильники делать. Так, у меня везде складов хватает. Вот здесь не хватает, но это уже и максимум, в общем-то. Давайте, может, этого тоже еще апнем. Так, наверное, можно апнуть пару пастухов, потому что... Ну, потому что можно, короче, чё. Все мы едины перед Господом нашим. Корабль вернулся в порт. Так, вот, привезли стекло. А вот, собственно, и военные корабли прибыли все. Артиллерия, внимание! Нет, еще не все. Двигатель работает. Еще два. Амары. А с хлопком не едет ли еще? Новое отправление? Да, вот хлопок едет, отлично. В общем-то, все готово для производства. И вот светильники. Все, максимум. Возможно, не знаю, я не хочу трубки делать. Ну, просто не хочу. Не хочу табак возить еще.
нафиг надо? Тут и так счастье просто немерено у людей. Посты. Ну, вообще уже вот раз, два, три, четыре, пять... Есть я шесть кораблей. Отбирала. Где? Ну, все так... Может, типа, не считаются... Крейсер готов. Мне бы хоть писали... Не, ну серьезно... Может, Great Eastern не считается? Ну, мне тогда... Блин, может, тогда и эти не считаются? Не, ну это тоже линейный крейсер перфорианский. Ему пришло письмо от матери. Придется вам объяснить ей, что он оказался в опасности из-за вашей беспечности. Пс. Ты пошел? Если к вашему возвращению ничего не изменится, корабли обрушат гнев Империи на врага. Готовы. Мне тут все не нравятся, на самом деле. Это какой-то дебил. Мое сердце неспокойно. Напиши, может, твоя идея насчет постройки Советского института встретила одобрение. Надеюсь, что причина твоего молчания именно в этом. И с тобой не случилось ничего дурного. Я желаю тебе только самого доброго. Пути! Наши склады вновь опустели. Да, господи. Мы надеемся на вашу щедрость. На всех парах, адмирал! Маневрируем! Витатхуни нужен наставник. Да, Витатхуни? Посмотрим, как на роль вы с наставника этим сына. Так, расскажите все, Кири. Что такое, почему мой сын Беньян не с нами? Беньян? Рассказываю ты? Правду. О, простите. Я думала, это мой сын. Кто вы? Совершил безрассудный поступок. Не хотите помочь старушке пересадить ее апельсиновые деревья? Если начнете копать, копайте глубоко. Честность, добродетель. Как бы ни была, порой горька правда. Так, и что? Корни уходят глубоко в землю. Не пропустите ни один. Что ж, с этим мы определенно... Спасибо. Похоже, какое-то время голод нам не грозит. Проложите курс. Я вела дневник, когда была моложе, до того, как родился Биньям. Может, он вас заинтересует? Когда захочу, тогда и умру. Многие войны Вахадеша родом с севера. Только не говорите, что это будет сейчас сын сэра Арчибальда. Юном воины, старейшины ругают меня за то, что отвлекаюсь. Подстать им сериалом. Видел его сегодня, моего юного воина, на стенах Ксар. Похоже, он и его люди здесь задержатся, чтобы получить. Когда мой юный воин увидел меня, внизу улыбнулся. Ну, то есть можете на паузу нажать, почитать. Рассказывает мне о королях и королях Старого Света. Сказал, что его король жестоко безумен, на что я ответил, что наш король Вак ничем не лучше. Вырву тебе глотку. Ау, я жду ребенка. Он сказал, что ты чудесная весть. Обнял меня так, как не обнял никогда раньше. Ага. Ну и что ты за пусть лучше все знают, но он отвернулся и больше об этом не заговаривал. Конечно, он бросил нас, меня и ребенка.
передал деньги. Понятно. Ну, короче, сэр Арчибальд. Правда, словно апельсин. Понятно. С горькой коркой. Боже, какая-то Санта-Барбара реально. Меч и добраться. Богатые тоже плачут. Моя вторая мама. Ну, все, что помнил, все назвал. Так. Теперь журнал полка надо найти. Так, давайте... Ай, ладно, пускай они сами капают. Что, только зря, похоже, корабли сюда привез. Вряд ли мы будем драться. В ваши руки. А, я так понимаю, лорд Биниам что-то забыл и отправил вас забрать это. Что ж, реестры к вашим услугам. Мы рассчитываем на вас. Прочитать журнал. Сейчас внезапно выяснится, что это Арчибальд Блейк. Воу. Вот он. Не может быть. Значит, Биньям знает. Я держала все в тайне, чтобы защитить его. Кроме того, мне платили за мое молчание. Джанихой Китема. Не знаю, как и сказать. Я уже знакома с сэром Арчибальдом. Курс задан. Когда-то мы были влюблены. Биньям — плод нашей любви. Не может быть! Вау! У меня были подозрения, но это... Спасибо, что рассказала, Кири. Это может нас спасти. Чтобы вас звать к чувствам Арчибальда, тебе, Кирия, нужно добраться до него. Боюсь, нам придется прорываться через королевский флот. Отлично, хоть повоюем немного. Так, мне надо все три письма будет. Я кое-что для вас приберем. Вместе собрать это. Я тут еще параллельно. Пути. Другими занимаюсь. Так, насколько далеко у нас эти стреляют? Так, а как мне посмотреть радиус? Ага. Ну, нормально, нормально. Так, подплываем сюда пока. Координаты приняты. Хорошо. Надо передать просто, чтобы все три письма на одном... На одном этом были. На одном аэростате. А, я уже могу сделать выбор? Хм. Так. Флот плывет. Аэростат летит. Так, мне, видимо, нормальный. Похоже, надо просто прочитать эти письма. Ну ладно, я все равно их сброшу на один. Чтоб по очереди читать. Так. Позвольте мне сказать, великий и блистательный император Китемы, что занятия искусственным ремеслом прививают трудолюбие и развивают воображение. Молодым людям позволительно иногда совершать ошибки, чтобы они могли на них учиться. Так, следующее. Китема, вы старый боевой товарищ. Надеюсь, вы не забыли, что это я напомнил совету Кифтани, что вы... Бывали на войне, и что ваш отец, царь Вак, был очень высокого мнения. Как бы то ни было, похоже, вашему сыну нужна дисциплина. А кто лучше меня сможет объяснить ему, что и когда ему следует делать. И, наконец, лучшее образование принцу могут дать лишь представители высшего сословия, которому он и принадлежит. За принцем, вследствие его чина и значимости, нужно следовать, не задавая вопросов. Ведь его титул делает... Ну, тут либо вот эта дисциплина, либо... Ну, давайте первое выберем.
Воин, который не страшится битвы, ремесленник, который привык к тяжкому труду, умеет сосредотачиваться, политик, который способен перехитрить даже самых проницательных оппонентов. Давайте ремесленник, не знаю. Тот, кто избегает конфликтов. Возможно, тебе придется стать решительнее, Витатхуни. Я считаю, что дипломат был бы лучше, честно говоря. Так. Забрать награду надо, это все фигня. Поехали уничтожать флот. Так, в какую нам сторону? Вот туда надо плыть. Пути! Какой-то слабенький, конечно, прислал. У меня тут ребята очень быстро это все разберут, мне кажется. Угольщик готов. Подождите, а этот у меня вообще... Грейт Истерн — это не боевой корабль. Блин. Погрузка. Подойдите. Понятно, почему он не выполнялся. Добродетель, милость, долг. Вот сила сея короля. Зря я его тут везу вообще. Ладно, поехали, что тут ждать. Корабль атакован. Готовься. Наверное, этого отвезу тогда. Пути. Проблем, по-моему. Тем более с авторемонтом. Сколько потерь? И ради чего? Чтобы мелкий царек мог что-то доказать? Принято. Путь свободен. Нельзя терять время. Кирию нужно доставить к сэру Блейку, пока он не натворил того, о чем будет жалеть. Ну, давайте, где? Куда? О, мультик. Арчибальд, должна сказать, что переутомление тебе не к лицу. Кирия? Это вы! Мог ли я забыть этот лукавый взгляд? Арчибальд, отпусти его. Он? То есть... Нет! Нет! Биньям! Не может быть! Да, Биньям мой сын. Узник получит полное помилование. Верните ему вещи, нам нужно к императору. Вот это поворот, хочется сказать, но... Я знаю, почему вы отпустили Биньяма и пришли ко мне. Джанихой Китема, войны не будет. Ибо правда в том, что у меня разногласия лишь с самим собой. Я мог бы использовать свою власть во благо, но поддался чувствам и... отвлекся на личные дела. Я не прошу простить меня, Биньям, но, может, со временем... Он мне не отец, да и титула этого не достоин. У него была только я, Арчибальд. Тебя он не видел много лет. Я так часто спрашивал себя... Но никогда не мог, и сожалею об этом. Никто мне не смог бы заменить вас двоих.
Но я упорно душил в себе чувство вины и посвятил себя службе Ее Величеству. Заботьтесь об этой земле так же, как о ней. И, возможно, наших людей свяжут узы дружбы. В этом дополнении пафоса на 47% больше. Кибури Пиньям, милостивый император Кетема, я начну приготовление к скорому отбытию. И отныне буду всегда готов к переговорам. И пусть Ее Величество меня хоть повесит. Ну что, все пройдено? Все готово. На острове не осталось никаких следов. Сопроводите меня к императору Кетеме. Я готов к переговорам. Ну, блин, где этот? В этот раз я взял с собой лучших людей. Вряд ли тебе ну, что-либо получится. Корабль атакован. Я же не буду смотреть. Так, ну что? Зря я боялся. Зря отрицал прошлое, лгал другим и самому себе. Все потребности удовлетворены. Так поступают только самые худшие политики. Всех пора. И что я скажу жене и дочери? Что так медленно вы плывете, блин? Вы же не парусные корабли. Не, ну смотрите, что так медленно-то? В пути. Я рад не только защите, но и вам. Ладно, этого, наверное, к себе отправим. Так. Серьезно, вот в плане развития экономики полегче это дополнение, конечно. Тут вот именно что больше квестов всяких. О, молока начинает не хватать. Так. А тут что не хватает? Дерево. Если бы Тарику не затерял тот груз. Ну, тут так, я думаю, что бумаги немерено, да, будет производство. Так, мне надо этих. Чем могу помочь? Тут побольше козьих ферм, очевидно, и на орошение как-то их разместить. Так, а если мы ее подвинем немного? Вот так. Так, нам сделаем. Бы не помешало больше полей. Отлично. Так. Дальше тут. Блин. Как это нам здесь? Надо вот эту подвинуть в эту сторону. Причем на две клетки, потому что сюда, во-первых, поставим силос.
Блин, так еще и туда надо, Силос. Давайте, блин. Так. Сейчас вообще удалю. И знаете, как разместим? Вот так, наверное. Немного. Ладно. Тут немножко не будет хватать орошения. И еще силос. У нас, по-моему... Так, силос у нас тут этот теф, да? И его у нас, по-моему, должно быть немерено. Ага. Так, тут 270%. Тут тоже примерно так же. Ну, должно молока начать хватать. Так, что у нас там? Он плывет до сих пор. Я разобрался там с этим пиратом, кстати. Ну, да, вроде. Есть или нет? Ну, да, вроде. Да, вроде да. Так, мы доставили корабль этого. Заметили, что здесь нет верфей. Корабли строятся в северном порту Дидигалы. Финальная стадия переговоров. Итак. Новое начало должны увидеть те, кто были с нами с самого начала. Блин. Вы заслужили благодарность королевы. Надо 2200 пастухов, чтобы... И тут не все вместе. Представлять интересы императора Китемы. Ты сил помогали мне составить карту региона? Да, это я. Вот это чертеж Следовательского института. Ну, блин, я ж уже построил его вроде как, нет? Лучших новостей в газетах не найти. Были признаны равными королеве и народу империи. С вашим появлением здесь многое изменилось. Благодаря вам мечта императора о единой Энбесе может исполниться. Почему здесь награда? Уверен, вас уже щедро одаривали и возносили вам хвалу. Но я все же скажу, вы сделали нашу жизнь лучше. Так что... Спасибо. На здоровье. Нас ждут новые горизонты. В истории Энбеса началась новая эпоха, и мы благодарны вам за это. Ой, да ладно. Я у вас в долгу, и это ясно без слов. Посмотрите на небо. Узрите славу объединенной Энбессы и знайте, история будет
помнить ваш вклад. Хотелось бы. Каждый человек в этом мире кузнец. Готов! Чё дали? А, да, это прикольная штука. Так, давайте опять сбросим. Ну, это в музей. В музей для... Морская навигационная карта Южного полушария. А, место использования кораблей, наоборот, это для кораблей, вау. Скорость перемещения плюс 35%, нифига себе. Это я, наверное, на этот грузовой использую. Вот и так, плюс 15, скорость перемещения. Место усиленной перевну. Привлеките 1500 старейшин, надо еще сделать. Окей, это не вопрос. И ученых построить. Так, давайте улучшать. Так, 1500 старейшин. Это сколько надо домов, если они 20? 150. 150 на 2. Так, мне тут что-то, смотрю, этих не хватает. Старику, устрой гостю. Фонарей. Полет нормальный. Сбросим. Готов. Это сбросим. Так, что купить не можно еще? Не просто так зефиры занесли вас в Энбессу. Дополнительный доход от Сина нафиг надо. Гипопатут тоже у нас уже есть. Глаз. Так, мне, значит, 1500 жителей надо сделать. Но мне не хватает, я смотрю, фонарей. А что насчет свечек и стекла? Свечки есть, стекло, и, значит, еще одну можно эту поставить. Изготовительницу светильников. Я знаю, что вы управляете целым городом, но это было бы так легко и так много значило бы для них. Так, сейчас поймите, меня начнет пастухов не хватать, если я буду. Интересов меньшинства. Поэтому надо бы поставить еще домиков. Какой-то квестик. Поможете мне вывести овец на пастбище? О, какое облегчение для всех нас. О, это нам очень поможет. Это все, что мне надо было сделать. Так. Значит, тут пастухи появляются. А, еще раз. Если мне надо 1500... старейшин, и в каждом максимум 20 живет, то 75 домов, я так понимаю. А их у меня сколько здесь? 74. Еще один домик и максимум удовлетворить потребности. Отлично. Это я могу. Давайте вот это тапнем. Так, какие у нас тут есть еще чувачки? Для порта двоюродный брат Китемы, производительность соливарни и гавань. Ну, нафиг надо, мне кажется. Ну, может, кстати, отвезти эти всех ребят. В мыс Трелони. В зоопарк. Так, увеличивается, увеличивается. Когда будет 1500 старейшин, тогда я, кстати,
я уже могу что-нибудь исследовать в этом. В универе все время забываю. Они тут тысячу очков очень быстро набирают. Ну вот это хочу изначально все полностью открыть. Растение или минерал? Так. Где Амун? Его? Сегодня здесь витают весьма интересные не то. Идеи. Все как в семье. Я ухаживаю за овцами, смотрю, как они растут. Амун мой любимчик. Мать отвергла его, и о нем заботился я. Дятла до сих пор нету, да? Это исследовательский институт. Кстати, еще раз гляну, что мне надо для того... Неизвестно. Во-первых, какого он... редкости этот... дятел. Что-то я вообще не вижу его. А, вообще я могу его найти. Так, я забываю. Да, блин. Как эта фигня называется? Дьят. Чтобы понять, что такое дьят. Блин, так он у меня был. Господи, это... Понятно. Это цапля, это тупорылая. Так она у меня даже есть, по-моему. Я даже завез... Вот я тупанул. А вы мне в комментах не подсказали. Она у меня есть. Она даже у меня в зоопарке, походу. Ща. Вот, вот этот венценосный журавль. Вот оно. Ну ладно, сейчас сюда приедет. Да, вот, вот и квест выполнен будет, отлично. Так, тут 4 не хватает. Каждый. Где-то еще не полностью. Вот, вот тут 4 жителя сейчас появятся. И жилье ученых сможем строить. Давайте ускоримся заодно. Этого дождемся. Он уже даже приехал практически. Там где-то снизу, наверное, они должны въезжать в регион. Корабль вернулся в порт. Да, вот он. Следи за краном. Отлично. Так, ну что тут, 1500 есть? Блин, еще 2. Давай, давай, где тут... Кстати, а тут как насчет дохода? Да, даже доход, смотрите, 3600. Не, баланс 43. Короче, я ровненько в баланс тут вышел. Давай, последний житель. Ну, там уже, наверное, к мысу Трелани наш корабль прибыл. Есть, 1500 есть. Ой. Ученых осталось... нужно будет где-то разместить. Академики предпочитают скромную обстановку. Им нужен простор для мысли. Так, это что значит, что они предпочитают скромную обстановку? 10 штук могу. Все... Нужно ли электричество им? Вот меня вопрос интересует. Так, ну давайте попробуем тут размещать. Давайте в чертежах. Давайте вот рядом, кстати, раз, два, три, раз, два, три. Не, немножко неправильно. Давайте, чтобы оно реально кварталами было.
Слушайте, так он не влазит, они дома ученых больше, чем требуется, блин. Я тогда так поставлю. Это как бы покрасивше-то оформить. А давайте только какую-нибудь площадь вот так пока сделаем. Так, и так это 6. Да? И тут... Какие украшения... Эпоха разума. Хм. Так, им нужен универ, им нужны консервы. А вот это, ну, электричество я им точно предоставляю. А сколько тут в одном? 120, ни хрена себе. Так. Ну, наши значит... склады вновь опустели. Мы надеемся на вашу щедрость. Значит, надо тут... Так, давайте, во-первых, этого дятла привезем. Наконец... Давайте в зоопарке. Значит, вместо дятла. Не знаю, давайте. Кого? Жирафа используем. А дятла. Грузовой корабль. На корабль и домой. Так, мне еще 4 домика надо. С этой стороны, наверное, построим. Ну, тут, видите, есть места. Оказывается, еще и рядом с универом надо, чтобы они были. Потом только узнаешь, когда построишь. Есть 10 домов. Так, а счастье что дает? Ага, это тоже еще. Ну вот ром, видите, я смогу кофе и ром здесь прямо строить. Блин, еще и чай с гибискуса требуется. А что вообще эти ученые дают? Типа... А, повышение лимита на 1000, ага. То есть мне надо, чтобы лимит до 5000 хотя бы был, чтобы делать, собственно... Всегда ношу с собой точный список всех моих. Сегодня здесь витает весьма... Так, это разрабатывать, тут идентифицировать. Значит, что 3 штуки, которые можно делать в универе, получается, или в исследовательском институте. Вы сначала определяете вещи, которые вы можете создавать, потом вы можете создавать вещи, а потом вы можете еще и что-то очень сильно улучшать. Разрешение на строительство дополнительных домов. Давайте, кстати... Надо получить разрешение на новый кампус. Сделаем. Так, ну я выполнил задание. Мне награду в НБСе дадут или... А вот и ОМОН. Гигантская восточная Постойте. Улитка. Куст горит. Что это за звук? Шепот? Что происходит? Чудо! Дар Всевышнего. Через... Правда? Так я уже ж построил монастырь, блин. Вы прикалываетесь. Но мне второй не нужен, поэтому я этот удалю. И построю снова. Блин, два монастыря? Это вы прикалываетесь.
Ладно, давайте тут построю. Или лучше здесь было. Зачем мне два монастыря? Я так рад, что с Амуном все хорошо. Так. Полет нормальный. Этим везем опять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Курс задан. Так, эти корабли возвращаю в мыс Трелония и буду оттуда опять проводить экспедиции. Я хочу посетить могилу отца, короля. Летим? Все воля Бога. Посетите гробницу царя Вага. Здесь лежит король Ваг. Это надпись его изречения. Прям как-то на дороге типа поставлена гробница. Прикол. Что ж, с этим мы определим. Спасибо. Я так понимаю, что когда я закончу этот квест, привезу наконец этого дятла к ним, тогда... мне больше не надо будет сюда ничего возить. Корабль вернулся в порт. Курс проложен. Я ничего не могу восстановить. Так, ну как тут ученые? Увеличивается количество. Сколько вообще тут будет? Этот плюс 12, этот плюс 19. То есть, итого, плюс 31? А, значит, 31, все, это максимум. Так как их 10, то будет 310 ученых, так? А мне нужно 300. А, ну вот 300 будет, сейчас откроются костюмы на заказ. Костюмы на заказ, как я могу? Из чего делаются? Мне вот надо, конечно, ром производственную цепь открыть. Осенит эти небеса своей красотой. Изменение острова, ну-ка. Глянем. В оазисе вновь слышен щебет птиц и шелест листвы. Жизнь вернулась в Ахадешер. Нас почтил присутствием мастер. Вы возродили оазис, не попирая наши Следи традиции. За краном. Вы ключ к величию Ахадешер и всей империи. То есть мне надо было сначала этот квест завершить, а потом уже весь имперский. Блин, вот это жалко не доделалось. Мне кажется, что должно было доделать. Ну, я так понимаю, что больше они не будут с меня тут просить еды всякой. Очевидно. У вас добрые вести? У меня иссякло терпение. О, ачивка. Но вы показали мне, как важно упорство. Говорит за то, что остров снова процветает. Столь разные земли объединены одним мудрым правителем. Величие небесы неоспоримо. Ей! Вы вдохнули жизнь в Ахадешер. Там теперь царит естественная красота. И многие улучшены в городе хотят следовать традициям. И перестроены. Строят террасы, которыми можно любоваться. Примиритель получил. Империя организовала консульство в МБС, что есть между двумя странами процветающие дипломатические отношения. А тут что? Восстановление Ахадешер сподвигло Китаму продолжить эксперименты со своими каналами и в конечном итоге привело к созданию этих чудесных садов. В то же время это нововведение распространилось по всей НБС, расширив уже существующие объемы. То есть я что, больше смогу? Может, хотите выпить чаю? И этих сладких булок. Да, 260, по-моему, меньше, по-моему, 250 было. Восстановлен. Да, настало видите? Настало время Месита, праздника восхваления. Вы наш почетный гость. Число орошаемых полей плюс 15.
Новые здания разблокированы. Интересно, какие? А, наверное, да, это в этом, в мысе Трелоне, потому что 300 ученых стало, да? Да. Так, и что мне надо для того, чтобы Месит, костюм... Ритуал плодородия. На заказы. Жизни. Ольняная мастерская. Что-то надо все сюда будет привозить. Так, давайте глянем, что за... Понаблюдайте за жрецами, выполняющие ритуалы. И где это? Здесь. Корабль вернулся в порт. Толпа Ирения почитает оракул согласно старым традициям их песнопения. Примите самый... в знак благодарности. Спасибо, что не дала почитать. Так, где Яра? Я получаю спокойствие утеса, но отсюда Ваха выглядит гораздо более красиво, чем я могла бы представить из раз... Да, блин! И традиционные танцы. Молодой, вы видите, как танцуют с пастушкой неземной красоты. Вы так много нам дали, и мы тоже должны проявить щедрость. О, мне сейчас артефакты выдадут. Согласно легендам, вместе с водой появилась и память. Вы прибыли издалека. Новый заказ? Но научились слышать. Древний Тобот Ваха Дешер. И душу. Тоже крутой какой-то артефакт. Ну, похоже, все. Все квесты выполнены. Это явно баг, потому что я получил доступ. Вот это будет висеть до. Я почитал даже в этом. В отзывах на это дополнение, что это баг реально висит. В общем-то, прохождение закончено. Я еще одну серию запишу для исследовательского института. Я хочу там ученых, то есть уже займусь чисто учеными. Но здесь, в Африке, в общем-то, все. Мы все сделали. И все закончилось. Спасибо, что смотрите. Еще раз повторю, будет еще одна серия про исследовательский институт. Хочу там до 5000 довести. Давайте еще гляну. Тут я прогуляюсь мимо домов ученых. А на этом все. Играйте в умные игры. И всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!